Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про декор в интерьере, а конкретно про керамику в интерьере. Я считаю, это очень важная составляющая образа вашего пространства. И не стоит его обходить вниманием. Это тот декор, который так необходим при завершающих штрихах, когда уже вот все готово, но не хватает какой-то домашности, какого-то уюта. И керамика очень классно решает этот вопрос. Помимо картин, помимо текстиля, помимо другого декора, все-таки это такая живая субстанция, которая всегда несет теплоту в интерьер. И сегодня я расскажу о нескольких компаниях, мастерах, которые занимаются керамикой, я считаю, на очень высоком уровне, делают классную дизайнерскую керамику, которую вы можете у них заказывать и использовать в своих интерьерах на удовольствие и счастье себе. Поехали! Ребята, прежде чем приступить к обзору замечательных керамистов, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать другие полезные и важные видео из этой рубрики. Итак, я начну по порядку. Вот как зашел на выставку и вот как друг за другом шел, так и буду вам рассказывать. Первая девушка – это керамист Александра Кругликова. Кстати говоря, я у нее сразу же, как только зашел, сразу вазу и купил первую. Вот эту вот голову коровы, вот эту вазу сразу взял и купил. Вот не могу удержаться и устоять. Ну, может быть, у других тоже бы купил, но рук-то уже на все не хватает. Итак, посмотрите, какой замечательный автор и эти замечательные работы. Вот особенно эта самая корова. Как мило она смотрится в интерьере. Помимо ваз таких декоративных, она делает еще подставки для ламп. Ну, например, вот такой кот, такой очень странный, но милый. Вот, например, светильник. Это кит, знаете, из сказки про конька-горбунка, когда там кит был, у которого на спине город. Вот, пожалуйста, сам кит на некой такой стилизованной планете или что это такое, Земля. Есть вот такие вот мордашки миленькие у нее. Ну, вообще, если вы зайдете к ней на сайт, а господи, у нее же сайта нет, у нее есть запрещенный Инстаграм, ну все, даже не знаю, что теперь делать, придется оставить телефон в описании, наверное, оставлю телефон Александры, но там дальше уж сами решите, как она вам будет картинки эти высылать. Вот все-таки не успели переориентироваться наши творческие ребята, завести себе какие-то сайты, все пользовались вот этим приложением, вот этим буржуйским. Но сейчас нельзя. Итак, Александра Кругликова, керамист, живет в Москве, может присылать в любую точку страны и мира. Пожалуйста, заказывайте, договаривайтесь, очень и очень хорошие работы. Следующая студия по керамике называется Кейдзю, если я правильно произнес. Ну, такой, знаете, на японский манер. Кейдзю! А как еще по-японски-то здороваются? Аригато! Что я еще по-японски знаю? В общем, это керамика, которая делается девушкой на такой а-ля японский мотив с таким глубоким смыслом. Вот, например, у нее есть вот такие вот вазы. Зарождение жизни, зрелость и смерть. То есть, есть тут еще одна ваза. Вот смерть. Да, это вот такая вот у нее философия. Ну и вообще вся керамика очень интересная, необычная. Ну, например, чего стоит только вот эта ваза вот из таких шаров. Прямо интересно смотреть на нее, пощупать ее. То есть это такой уже декоративный предмет, ну, такого уровня созерцательного, знаете, то есть, которым можно любоваться. Другой вопрос, нравится или не нравится, но то, что эта керамика привлекает внимание, то, что она интересная, необычная, это да, это абсолютно точно. И я уверен, что в каких-то интерьерах она будет смотреться просто великолепно и становиться ее украшением. Ну вот, например, смотрите, какой замечательный чайник с цветами, и с помощью него можно устраивать целые чайные церемонии, ну, как это принято в Японии, собственно говоря. Поэтому обращайте внимание на Марию, студия называется Кейдзю. К сожалению, сайта у нее нет, есть только в бывшем
запрещенный Инстаграм, но оставлю ее контакт в описании к этому ролику. Следующая студия по керамике называется Керамам или Керамум. Ну, по буквам Керамум, а читается, наверное, Керамам. Ну, в общем, я тот еще англичанин, вы уже поняли. Есть сайт у этих ребят keramam.ru. Дуленко Настя, автор всей этой замечательной керамики. На что я купился на выставке, так это вот на этот столик. Столик действительно замечательный, выглядит просто сумасшедше. Это шамот, такой материал, тяжелый, достаточно, он 20 с чем-то килограмм весит, но выглядит потрясающе. Ну, посмотрите, какая прелесть, такие ножки массивные, как у слоника. Столик очень декоративный и может стать сам по себе украшением интерьера, просто сам по себе, как декоративный предмет. Но помимо этого, есть и вазы, тоже такие очень интересные, ну вот только что вот это стоит, да, посмотрите. Очень такая интересная, современная, дизайнерская, как раз на фотосессию подойдет, если кто занимается стайлингом интерьеров или фотосессиями. То есть вот, посмотрите, какая классная штука. Да и просто в интерьере смотрится здорово. Ну вот смотрите, как на полочке все это выглядит, стоит просто чудесно. Итак, компания Керамам, сайт называется keramam.ru, в описании ссылку оставлю. Дальше следующая студия по керамике, которой руководит Анна Жукова, ну она же и мастер. Посмотрите, какие стильные вещи она делает. Это подсвечники, они же вазочками могут быть, насколько я понимаю. Вот на заднем плане тоже вазочки стоят, очень стильные. Очень интерьерные вещи, выглядит просто великолепно, их можно просто ставить как часть композиции или как самостоятельную композицию в интерьере. Ну, то есть очень стильные вещи. Вот этот торшер она тоже собрала экспериментально, как она мне рассказала на стенде. Он собран из разных частей керамических, вот это керамические, и нанизаны на стержень, ну, чтобы просто не развалиться. Но торшер выглядит, конечно, потрясающе. Я бы вот прям его сразу купил, но просто не знал, как в самолете его вести. Вот сейчас подумываю, может быть, заказать каким-нибудь там, не знаю, доставщиком, с деком каким-нибудь или что-нибудь еще. Но вещи действительно классные, стильные и на высоком уровне. Это все керамика, друзья. Значит, есть сайт у Анны, называется Анна Жукова Керамик. Поэтому ссылочку оставляю, переходите и наслаждайтесь работами, заказывайте, покупайте, украшайте свои интерьеры. Идем дальше. Следующий керамист — Васильева Ольга. Она меня привлекла разнообразием своих работ и преимущественно в морском стиле. Не знаю, чем он ее привлекает, но может быть это просто серия такая была, потому что я уверен, что у нее много разных работ. Ну вот, например, она помимо ваз и всяких баночек, скляночек может сделать раковину. Вот это мне очень понравилось. Ну, например, вы хотите сделать какой-нибудь авторский интерьер ванной комнаты, и вам неохота использовать вот эти стандартные все покупные раковины. Вот, пожалуйста, вам могут сделать любого размера. Ну, не совсем уж любого, но, в общем, есть варианты. Формы, цвета, что самое главное. Пожалуйста, вот есть вот такая вот ваза в виде какого-то анемона морского. Вот бабочки. Это все керамические украшения, и они могут стать декором на вашей стене, могут быть любого цвета. Но правда же прелесть, мне очень понравились. А вот мы здесь сравниваем ее с плиткой 20 на 20 сантиметров, чтобы понять масштаб этой самой бабочки. Очень приятные, приятно потрогать, приятно посмотреть. Ну, в общем, не в каждый интерьер подойдет, конечно, я хочу сказать, но в какой-то вполне себе и кому-то понравится. Ну вот, например, вот эта ваза стоит 10 тысяч рублей, бабочка что-то в районе 12, по-моему, тысяч рублей. Ну, в принципе, не такие уж кусающиеся цены, как могло бы показаться. Так что, ребята, переходим, хотел сказать, на сайт, а сайт это нет. Переходим ко мне в описании, там контакт оставлю. Поэтому сами связывайтесь с Ольгой и просите, так сказать, показать, какие у нее есть работы. Обсуждайте, заказывайте, оформляйте интерьеры. Следующая студия называется Bongo Ceramics, и слава богу, у нее есть сайт, друзья, и очень красивый. Это Михеева Юля, автор всего этого, всей этой красотищи.
всего этого декора. Вот ее замечательный сайт. Посмотрите, как он красиво оформлен. Какие фотографии вкусные. Вот так и хочется купить. Товарищи керамисты, у кого сайта нет, вот берите пример. Делайте сайты, делайте их вкусными, чтобы так вот и хотелось прямо все купить. Понимаете? Вот прям здесь на Bongo Ceramics так и хочется вот, вот прям все загробастать. Вот прям, вот скорее все заверните мне, куда платить деньги, что называется. Но смотрите, какая красота. Ну правда ведь здорово. Да и сама керамика очень стильная, очень красивая. Для современных интерьеров то, что надо. Это я вам говорю как специалист. Так что обратите на нее внимание и, конечно же, выбирайте, заказывайте, привозите и украшайте свои интерьеры красивой керамикой. Так что нечего расстраиваться, что ушли там всякие Zara и еще кто-то. Тем более, что в той же Zara или H&M Home там же все штампованное. Ну вот как бы такое, без души, что называется. А здесь все сделано руками. Ребята, руками. И нашими людьми, нашими мастерами российскими. Посмотрите, на каком уровне. Это просто глаз радуется. Я очень был доволен, получил истинное удовольствие и наслаждение, когда на выставке за всем этим наблюдал, трогал, щупал, смотрел, разглядывал. Вживую это выглядит еще краше, еще круче, чем на сайте. Кстати, хорошо, что есть сайт. Ссылку оставляю, Идем дальше. Ну а завершает всю нашу группу керамистов что-то невероятное, друзья. Это Надежда Ведрова из Красноярска, дизайнер интерьера, коллега, привет. Сайт у нее, кстати говоря, есть, что хорошо. designvedrova.ru, ну ссылочку оставлю. В общем, она придумала такую штуку, и вот сейчас я вам покажу прямо, вот вы сейчас прямо на экране увидите, это все, как вы думаете, из чего? Да, мы тоже думали, что это керамика, что это панно из керамики, что это статуэтки из керамики, но когда взял я и пощупал, поднял вот эти штуковины, оказалось, что ничего подобного, потому что они очень легкие. Я спросил, что такое, в чем дело, почему керамика такая легкая. А оказалось, это не керамика. Оказалось, что это бумага. А знаете откуда? От яичной упаковки, друзья. Она собирает яичную упаковку, как-то ее там размачивает и из нее делает вот такие поделки. Потом на нее наносят какие-то там специальные покрытия составы, и они становятся жесткими, такими как деревяшка. Ну вот они все, я их там брал, стукал, кусал. Но действительно плотная вещь. Я был потрясен, в восторге. Оказывается, вот из этой переработанной яичной упаковки можно сделать все, что угодно. Хотите, можно сделать панно, вот как здесь на фотографиях. А хотите, можно сделать какие-то статуэтки. Хотите, можно сделать какой-то светильник. А потом, когда это вам все надоест, это можно снова размочить и сделать из этого что-то новое. Представляете, безотходное производство. Слушайте, ну это хоть и не керамика, но выглядит как керамика. Но я посчитал, что это прямо нужно включить в эту рубрику и обязательно про это рассказать, потому что, во-первых, ну из этого можно сделать классные вещи, можно напридумывать все, что угодно, и по вашему запросу тоже можно что-то там слепить и сделать. Ну а во-вторых, это же экологично, а у нас же сейчас тренд какой? Все на экологичность. Ну куда еще-то экологичней? Куда еще экологичней, друзья? Надоела вам лампа, взяли ее, размочили, сделали из нее панно. Надоело панно, взяли, размочили, сделали из нее статуэтку. Это просто космос какой-то. Ну, в общем, я был шокирован, мягко вам скажу. В общем, Надежда Ведрова сразила меня просто наповал. Такое вытворят из яичной упаковки, это, конечно, надо быть полностью творческим человеком. В общем, респект Надежде. Оставляю ее контакт тоже в описании. Если вам понравилось, заинтересовало, связывайтесь с ней. И, возможно, вы с ней как-то там заколлаборируете и что-нибудь придумаете совместно. Ну, а на этом все, друзья, про керамистов я рассказал. Напишите в комментариях, если вы знаете кого-то, какого-то крутого керамиста или... может быть несколько, напишите в комментариях, поделитесь со страной своими знаниями и так сказать, своими мастерами, пусть о них тоже и другие узнают. И может быть тогда все-таки у нас интерьеры будут
поинтереснее, может быть, все-таки больше заказов у керамистов появится, больше им работы понакидаем, чтобы пошел какой-то деньги товарооборот, что ли, так вот, да? Правильно ведь я говорю? Нужно поддерживать творческих людей. Ну, в общем, все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока! Да пребудет с вами муза и керамика!